Аварии на этом перекрестке происходят по одной и той же схеме. Водители, которые едут по второстепенной дороге, либо не обращают внимания на знаки, либо по разным причинам не замечают машины, которые двигаются по главной. Причем перед опасным участком трассы почему-то даже не снижают скорость. В итоге удар оказывается очень мощным. Меня слепило слева солнце. Я выезжал из-за этого дома. Из-за солнца не увидели? Да, не заметил. Серию, да, сначала. Скорость большая была, что ли? 50. Я уже увидел только, когда вот отсюда ехал, начал перекрестку подъезжать. И вот, и потом уже тут увидел резко, но попытался избежать столкновения, вот там даже следы вон видно, пытался вырулить сюда, ну что тут, поздно было, скорость-то. Все, вот мне бочину дало, потом вот я сюда перелетел, вот здесь вот только остановился. После бокового удара «Жигули» выбросило на тротуар, где неуправляемая «семерка» едва не сбила мужчину. В последний момент человек успел отпрыгнуть в сторону. Ладно, хоть так обошлось, как говорится, в рубашке родился. Потому что пристегнуты были, вот что повезло. Не были пристегнуты, я вообще не знаю, что. Точно вот, грудную клетку так немного ушиб, вот и все. А так вот я, говорю, не знаю, что было вообще. Переломал бы, наверное, всю грудную клетку себе. Водитель «Жигулей» говорит, прекрасно знает, что этот перекресток является одним из самых аварийных в городе, поэтому всегда старался его проезжать с минимальной скоростью. Тем не менее, все меры предосторожности не помогли. Я чуть не каждый день по этой дороге езжу. Я тут знаю, и не первый раз здесь аварию уж вижу. Тут постоянно они, что там на Беломорской Чапаево, что здесь вот постоянно тут авария случается. Из-за этого я никогда здесь больше 40 и не езжу. В отличие от старенького «Жигуленка», корейская иномарка смогла покинуть место аварии лишь на эвакуаторе. Равиль Сайганов, Александр Царегородцев, эфир 24. 25 лет в эфире. С вами и для вас.